Всем привет! Вы на канале покупочки и посылочки. Сегодня у нас вот такие вот, я сходила на почту, пришли две посылочки. И сейчас мы с вами распакуем их. Вот тут пакетик. Попробую сейчас ножницами я открыть. Что здесь, я не знаю. По интернету я проверять не стала. А здесь цветочки, ребята. Там больше ничего нет в пакетике. Это цветочки я заказывала для поделок всяких. Давайте немножко я достану и покажу вам, какие они. Я извиняюсь. Камера не держит нисколько. Вот такие вот у нас цветочки. Вот они с одной стороны вот такие вот. Здесь вот с камешками. Вот такие вот цветочки. Сейчас вот так вот их положим. Следующая у нас вот такая вот посылочка. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, что же у нас там. Я не знаю, что. Здесь у нас маникюрные, ребята, пришли. Баночки. Я их тоже очень долго ждала. Это присыпочки вот такие вот разные пришли. Они желтые, черные, красные, синие, розовые, бирюзовые, золотая. И вот всякие такие вот разные белые, фиолетовые. Вот. Нравятся они, несколько заказывала. И вот они очень быстро расходятся. И очень-очень мне нравится. Я постараюсь как-нибудь сделать вам обзорчик, что можно заказывать косметическое из AliExpress. И что качественное, правда, вот мне как бы нравится, сколько вот я брала, говорю, вот мне нравится. Косметику там можно заказывать намного дешевле. Сегодня вот, получается, у нас пришли вот такие вот присыпочки для ногтей и вот такие вот красивые цветочки. Ставьте лайки, не забывайте подписаться на наш канал, если вам нравится. И пишите ваши комментарии, что вам нравится и предпочтения. И напишите, пожалуйста, хотите ли вы, чтобы какие-нибудь я сделала обзоры для этого. И чаще ли нам надо вылаживать какие-нибудь видео на этот сайт, на эту страницу на нашу. Также у нас есть еще страница про животных. Это канал Бусинка и Милашка и ее друзья. Подписывайтесь тоже на нее. И у меня есть отдельный сайт моего сына Ильюшки. Я вам ссылки оставлю ниже под видео. Вот это вот сегодня наша распаковка. Всем пока. Не забывайте ставить лайки. Всем пока-пока.